Как немногим известно, расстояние между электроном и ядром атома может достигать нескольких сотен нанометров, что в 1000 раз больше радиусов многих атомов. Таким образом, почти все состоит из пустоты. По причине физические объекты не могут проходить друг через друга, однако, если электрон и атомы объекта пройдут в пустоты между электронами и атомами молекул другого объекта, то произойдет так называемый наклып, и первый объект провалится в иной мир. Так называемое закулисье реального мира, в котором состоит из пустот между электронами и атомами земных объектов, и соответственно в сотни раз больше по площади. В этом месте действуют иные правила, иные законы, и населяют его иные существа. Выбраться из этого места может помочь тот же наклып, но срабатывает он крайне редко, поэтому нужно блуждать по этому месту в поисках иного выхода.